Ежедневная зарядка – залог крепкого здоровья. Сегодня химчане изучали оздоровительную гимнастику на свежем воздухе. Тренер Павел Легенький показал жителям несложные упражнения на растяжку и для укрепления мышц. Еще раз посмотрите. Все очень просто. Стопы параллельно. Рисуем как бы круг перед собой, да? Разворачиваем ножки. Нога прямая задняя. Спортивные мастер-классы в городском округе проводят часто. Стать участником встречи можете и вы. Полная афиша тематических мероприятий на сайте администрации городского округа Химки.